Иране представлено новое поколение баллистических ракет средней дальности «Хремшехр-4», которому дали также собственное название «Хайбар». Заявляемые базовые характеристики по дальности и массе боевой части совпадают с таковыми у предыдущих ракет «Хремшехр». То есть максимальная дальность в 2000 километрах и боевая часть в 1500 килограммах, но заявлено. Что новый вариант ракеты отличается наличием системы наведения и управления на среднем участке полета, вне атмосферы и использования. Этой системы и двигателей наведения в боевой части позволяют управлять и корректировать полет в безвоздушном пространстве, что усложняет перехват ракет. Кроме того, новый вариант этой ракеты использует ампулизированное хранение компонентов самовоспламеняющегося жидкого ракетного топлива. Так как указывается, что благодаря использованию новых топливных баков, соответствующих топливных компонентов и прочее, ракета может годами находиться в заправленном состоянии, что соответственно обеспечивает возможность ее запуска в очень короткое время. Скорость в атмосфере указывается в 8 махов. Особенностями ракеты «Хремшехр-4» «Хайбар» являются невосприимчивость к атакам РЭБ и вражеской системе ПВО, возможность использовать различные типы боеголовок, мобильность и небольшое время, необходимое для подготовки к работе.